Здравствуйте, на Десна ТВ. Время новостей. В студии Ксения Вьюшкова. Смотрите в этом выпуске. Конференция директоров и педагогов общеобразовательных школ и дошкольных учреждений. Собрались уже для реального обмена опыта. Тем более, как я понимаю, у него большое количество демонстраций, учебно-воспитательных процессов. Итоги программы комфортной городской среды в Десногорске. На 2020 год поступило 8 заявок, то есть значительно больше, чем в прошлом году. Граждане проявили очень активную гражданскую позицию, синициировались, провели собрания и уже подали заявки в администрацию. Игры на Руси. Это увлекательные занятия, и мы узнали, что делали люди в старину. Медвежьи рекорды на Смоленщине. В 2019 году количество косолапых увеличилось на 18 особей. Теперь в Национальном парке Смоленское Поозерье обитают 73 медведя. Такого количества хищников на территории парка не наблюдалось уже 13 лет. Также увеличилось число медведей и по области. В сравнении с 2009 годом косолапых стало в 3 раза больше. На сегодняшний день в Смоленской области обитают примерно 1500 медведей. 11 ноября в рамках реализации социально-спортивного проекта «Планета баскетбола «Оранжевый атом» состоялась конференция директоров и педагогов общеобразовательных школ и дошкольных учреждений. Какие вопросы обсуждались на мероприятии, расскажем в следующем сюжете. Впервые социально-спортивный баскетбольный проект для городов-спутников атомных электростанций стартовал 5 лет назад в Десногорске. Через 3 года «Планета баскетбола «Оранжевый атом» стала перспективным и по-настоящему массовым мероприятием. За все время в нем приняли участие более 34 тысяч человек. А география проекта охватила многие города России и даже вышла за пределы страны. Роднинская область, город Островец, которым мы в последнее время также «Планета баскетбола» начинаем реализовывать там проект, уже также построен стадион, и также с этого года они уже вошли целиком полностью в наш здоровый образ жизни. Ну, как минимум, Абхазия и Беларусь уже давно есть, а теперь не будем раскрывать все тайны, но я думаю, шагнет еще дальше. Успехи, перспективы и планы проекта «Оранжевый атом» обсудили на конференции 11 ноября в досуговом центре «Нейтрино». Для делегации из Белоруссии, Курчатова и Заречного это не только дружеский визит, но и обмен опытом. В своих докладах и презентациях выступающие педагоги наглядно показали коллегам и организаторам, как проект «Оранжевый атом» проходит в их городах-участниках. Очень интересно было посмотреть занятия именно дошкольников, детей детских садов. В прошлом году в проект у нас вступило 6 учреждений образования. В этом году еще добавилось 3 школы и 4 детских сада. Развитие баскетбола, воспитание здоровой нации и формирование правильных привычек – такие цели ставят перед собой педагоги и организаторы этого амбициозного проекта. У нас проект развивается отлично, динамично. Я в этом проекте уже год задействована. За этот год могу вам привести конкретный пример. То есть, если когда я только пришла, у нас, например, в турнирах наших, которые мы организовывали, участвовало по 10 команд, то сейчас их уже около 50. «Планета баскетбола «Оранжевый атом» – результат сотрудничества концерна «Росэнергоатом» с городскими администрациями. Благодаря этому в муниципалитетах появляются новые спортивные залы, стадионы, парки с тренажерами и современные игровые площадки. А самый главный результат – увлеченная и активная молодежь, которая все чаще выбирает досуг на спортивной площадке, а не у экрана телевизора или компьютера. Ксения Вишкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Крупнейшие российские банки предупредили граждан о новом виде мошенничества с картами. Злоумышленники, представляясь сотрудниками служб безопасности банков, просят клиентов назвать код из СМС, после чего деньги уходят на виртуальные карты мошенников, которые моментально можно вывести через сервисы онлайн-переводов. Ранее краж средств через такую онлайн-систему зафиксировано не было. А вот в 2019 году такие преступления происходят до 4 раз в месяц. Будьте бдительны и не сообщайте посторонним лицам конфиденциальную информацию о ваших картах. Поворотная точка в истории развития населенных пунктов страны. Именно так многие эксперты называют федеральный проект формирования комфортной городской среды. Действует он в том числе и в Десногорске. Что удалось сделать в этом году и предстоящих планах далее в сюжете. Дворы у 2-го и 3-го дома 3-го микрорайона – очередной показательный пример того, что программа «Комфортная городская среда» в Десногорске работает. К концу 2019 года такими обновками могут похвастаться и несколько других дворов Атомграда – в 1-м микрорайоне у 1-го дома и в 7-м микрорайоне у домов 1 и 2.
Изменения во внешнем виде участков заметны невооруженным глазом. Там выполнен ремонт проезжей части, ремонт тротуаров, пешеходных зон, подъезды к подъездам. Установлены лавочки новые, установлены светодиодные светильники над подъездами. Благоустройство выполнено. Такой минимальный перечень благоустройства можно получить абсолютно бесплатно. Для этого достаточно инициативы и дружных действий не менее чем 50% собственников жилья конкретного дома. А дружить, тем более ради общего блага, десногорцы умеют. На 2020 год поступило 8 заявок, то есть значительно больше, чем в прошлом году. Граждане проявили очень активную гражданскую позицию, синициировались, провели собрания и уже подали заявки в администрацию. В Смоленской области общий объем финансирования федерального проекта «Комфортная городская среда» на 2019 год составил порядка 333 миллионов рублей. Участниками программы стали 30 муниципальных образований с численностью населения от 3000 человек. А привести в порядок свой двор можно будет до 2024 года. Таков срок действия программы. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Более 24 миллионов россиян прошли диспансеризацию в 2019 году. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства о ходе диспансеризации взрослого населения. Среди регионов аутсайдеров Крым и Камчатка. Местное население там пока пренебрегает медицинскими услугами. По словам Дмитрия Медведева, прохождение медицинского обследования должно быть в первую очередь удобным. Для этого был принят ряд некоторых решений, благодаря которым диспансеризация населения стала проводиться в течение одного дня. Многие учреждения, изменив режим работы, теперь принимают и по вечерам в рабочие дни, а также по субботам, что, безусловно, является очень важной и удобной составляющей для прохождения диспансеризации работающему человеку. В Десногорске пройти медицинское обследование можно в медсанчасти номер 135. Русские народные игры имеют многовековую историю. Они сохранились и дошли до наших дней из глубокой старины. «Бег в мешках», «Калечина-малечина», «Ручеек» – с традиционными русскими забавами познакомились дети в Десногорском историко-краеведческом музее. 15 ноября для четвероклассников первой школы в историко-краеведческом музее прошли народные игры. Мероприятия такого рода проходят совместно с уроками «Живая Русь», а цель таких занятий направлена на изучение жизни наших предков. На этот раз школьники были освобождены от теории. Праздничные повседневные народные забавы только на практике. Поучаствовать в играх мог каждый желающий. Первыми продемонстрировали свою богатырскую силу юноши, соревнуясь в петушиных боях. Бирюльки – так называется увлекательная и интересная народная забава. Правила игры довольно просты. Различные фигурки высыпаются на стол, а далее нужно вытащить каждую палочку так, чтобы не задеть соседние. Благодаря коллективу музея дети могут наглядно изучить быт и забавы предшествующих поколений, посмотреть на то, как они жили, и окунуться в прошлое. Мне больше всего понравилось играть в «Золотые ворота». Это была очень интересная игра. Мне очень понравилось прыгать в мешках. Мне больше всего понравилось, когда мы прыгали на одних ногах и толкались плечами, мерили силу, кто сильнее из мальчишек. Бег в мешках, золотые ворота, карусель, бирюльки, петушиные бои – во всех этих играх дети участвовали с большим удовольствием. Также школьникам выпала возможность поиграть на народных инструментах и организовать небольшое выступление. По завершению активных игр в честь минувшего праздника «Синичкин день» для детей был подготовлен мастер-класс. На нем ребята смастерили из соломы символ оптимизма и принятия жизни птичку-синичку. Мне очень понравился мастер-класс, когда мы плели птичек. Они получились очень красивые, у каждых разные. Такой досуг у детей вызывает большое количество положительных эмоций. Игровая форма как никогда лучше позволяет детям приобрести как новые знания, так и хорошее настроение. Ксения Вьюшкова, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Новое положение в Семейном кодексе Российской Федерации. 14 ноября Государственная Дума приняла закон, который закрепляет возможность приема детей в начальные классы школы и детские сады, где уже учатся их братья и сестры. Это позволило решить проблему родителей, чьи дети проходят обучение в разных общеобразовательных учреждениях. Доставить детей к началу занятий отныне будет намного проще. А присмотр старших за младшими будет способствовать укреплению семьи. Авторы проекта считают, что такие правила приведут к развитию института многодетности.
На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте detsna.defis.tv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч!